Ну, давайте попробуем. Так, вот он, вот он, вот он. Бам! Нормально, что? Сколько? 7000 урона я ему снял, ребята. Ладно, давайте подойдем чуть поближе, что ли. Ну-ка, на тебе. Капец, как он влетает. Он очень жестко улетает, пацаны. Ребятушки, всем здорово с вами и, конечно же, как всегда, Артимен. Ребятки, сегодня я возьму редкий танчик Бак и отправлюсь на нем сражаться абсолютно против всех боссов с бустером на большую пулю. На что будет способен этот танчик Бак с таким интереснейшим, ребята, прекраснейшим бустером с огромной мега крутой пулей, я, честно говоря, не знаю. И до какого рекорда он дойдет, я тоже не знаю. Сегодня мы с вами это проверим. Ты подпишись, поставь лайкос. Ну а мы погнали. Мы начинаем, ребята, выбираю с вами способность большая пуля. Поехали, опа. Вот это очень интересно, ребята. Будем прокачивать сегодня Бака, мало того, что в большую пулю, то, что я уже сделал. Мы, конечно же, будем добавлять ему, ребята, супер урона. И это капец как интересно, что он в итоге у нас сможет сделать. Первого же, ребята, босса я просто ваншотнул. Вы сами это могли видеть. Но это всего лишь первый босс, ребята. Это всего лишь самый слабый босс. Но, по идее, армада это уже босс посильнее. Давайте попробуем что-то сделать с армадой. И... бам! Ха-ха! Нормас 2000 урона, но не ваншотнул, ребята. Все-таки здесь потребовалось уже 2 выстрела, чтобы победить этого босса. Окей, двигаемся дальше, ребята. И следующий босс начинается — Легион. Так, ладненько. Ну, смотрим, что будет получаться у нас, ребята. Бак — это очень веселый фановый танк. Он умеет отталкивать, умеет делать гигантский просто урон. Плюс у нас, ребята, большая пуля с ультой, с двойным выстрелом. Это должно быть просто что-то нечто. Но пока что я вижу, что максимальный урон с большой, ребята, пулей, именно ультой этой вот Бака, то это где-то 2000 урона. Пока что больше я не заметил. Так, смотрите, следующий босс — Кнут. Кнут, бам! И тоже где-то 2000, ребят. Пока что большего я, кстати, не увидел. Что странно, раньше Бак мог вообще ваншотать. А вот 3000 хп! 3000 хп Бак ваншотнул. Да ладно, ребята, вот этого я сейчас не ожидал. Я думал, он пока что в максимум делает где-то 2000. Ну нет, ребята, у меня получилось сделать трешку. И вот почти, почти, ребята, ваншотнул Гонсада. Кстати, у Бака есть один прикол. У него просто капец какое маленькое количество хпшек. Точнее, хпшки у него вроде как нормальное количество. Но вот заканчиваются они почему-то очень быстро. Вы смотрите, ребята, я просто вот буквально только дошел до конца ада. У меня уже 2000 осталось. Это капец как мало. Я не знаю, ребят, с чем это связано. Так, походу, ребят, надо этого летающего босса ловить одиночными выстрелами. Все-таки они более точные и наносят большее количество урона. Вот, почти его победил. И бам! Отлично, ребята. Все, минус гонец ада. Так, но для нас, наверное, самым сложным будет, конечно же, бомбардир. Это более сложный противник, это более серьезный противник. И вот с ним уже точно придется немножко по ходу попотеть, учитывая, что у него, блин, бомба, что? Она мне почти 1500 хп снесла. Ё-моё! У меня уже очень мало, ребята, осталось хпшек. У меня просто капец как мало осталось хп, и я, честно говоря, не знаю, что с этим делать. Ну, сейчас, ребят, что-нибудь попробуем. Бам! Так, отлично получается. Так, он улетает, замечательно. Ну, короче, ребят, надо вот так вот от него мансовать. Надо просто уклоняться от его именно вот этих бомбовых атак, и в целом все должно получаться. Так, ладненько, босс пока что по мне не наносит урон. Это очень хорошо, последний выстрел. И да, ребята, вновь уничтожен бомбардирчик. Отлично. Так, с ним покончено, и начинается, ребята, сам сложный босс сейчас. Промежуточный самый сложный босс. У него просто очень много хп. И плюс, ребята, он меня может быстро победить. Капец как быстро. Чё, смотрите по нему, какой маленький урон с одиночных выстрелов. Капец какой мелкий. Так, ну ладно, попробуем подойти поближе и как-то, ребята, его здесь победить. Бам! О-хо-хо-хо! Нормально выстрелил по лазерной пасти, вы это видели? Бам! Еще раз. Блин, ну все равно, ребят, все. У меня уже, короче, первый раз пришлось брать воскрешение уже на лазерной пасти. Да, у Бака, ребята, очень быстро заканчиваются хпшки. Я вас об этом предупреждал. И вот оно вновь, ребята, наступило. Вновь они закончились. И я ищу бустер на супер урон. Вот он, наконец-то, все. Мне нужен был только чисто этот буст, потому что он самый-самый офигенный. Так, ну пока что я все равно не смог ее уничтожить. И давай, наконец-то, ребята, все. Отлично, босс, лазерная пасть уничтожен. Ну и двигаемся дальше, ребята. А дальше у нас с вами начинается повелитель. Замечательно, погнали. Так, пойдите, блин, нет, не вовремя я выехал. Так, теперь надо уклоняться от его атаки.
все отлично. У него 9000 хп. Вот мне интересно прям впритык стрельнуть в этого босса, если, конечно, получится. Ну, давайте попробуем. Так, вот он. Бам! Нормально, что? Сколько? 7000 урона я ему снял, ребята. 7000 урона за одну пульку бака. Офигеть. Нормально, ну хпшки у меня реально быстро кончаются, ребят, смотрите, у меня уже просто, у меня опять 3000, ё-моё, я только что воскресился, если чё, со 100% хп, откуда так, почему они так быстро заканчиваются, я вообще не понимаю. Окей, следующий босс, ребята, созерцатель, вот сейчас я на него попытаюсь всё-таки запрыгнуть и сразу не попасть под его лазеры, давай, бам, есть, ребята, но под лазеры я попал, кстати, походу, и урона, кстати, нанес тоже как-то маловато, где-то 1003, так, ну-ка, и еще 3000 я ему сейчас говорю, почему-то пока что один выстрел, где-то 3 косаря урона, это как-то маловато, эй, давайте мне мощный мой урон. Он иногда, ребята, бак наносит то 7000 урона, то максимум 3, как это работает, я вообще, честно говоря, не понимаю, почему такой разный урон, я тоже не знаю. Окей, босс Тарантул, следующий босяра, самый, ребята, эпический, самый мощный босс едет на меня. Бам! И что? Такое маленькое количество хп, блин! Я уничтожил себя своим же выстрелом, вы это видели, просто жесть. Так, ребят, ну придется брать очередное воскрешение, конечно же. И я думаю взять, конечно, ребята, надо брать, блин, супер. А нет, подождите, перезарядка мне не нужна. Хотя это прикольно, но я бы взял, конечно же, бы супер урон, ребят. Я хочу прокачать... О! Двойные пули! Точно, оно же здесь есть, ребят. Теперь у нас в два раза сильнее стал бак. А ну-ка, смотрим. Давай, бам! Так, пока что как-то не очень урон. Ну-ка, на... Что? Я опять себя уничтожил. Что за фигня? Почему я своим выстрелом уничтожаю себя же? Я же не должен своими снарядами попадать в себя. Чё за фигня, разработчики? Такого я не припомню. Это что за баги? Блин, жесть, ребята. Вот это я понимаю, очень жесткие баги. Короче, вы видели, я стреляю в этого тарантула. Он не уничтожается. Зато уничтожаюсь я. Будто бы я сам в себя попал всеми своими пулями. Это вот что-то вообще капец какое ненормальное. Ладно, давайте возьмем палача, чтобы наконец-то уничтожать уже этих всех челов побыстрее. Так, снова. Ну-ка, и наконец-то, ребята, первая стадия его уничтожена. Так, пробуем. Пробуем. Бам, на тебе. О, нормас. Видали, какой дэмэдж. Бум. Да, ребята, два выстрела. Вот теперь два выстрела, и этот босс уничтожен. Наконец-то, все, я смог перейти на вторую волну. Ура. Так, ребята, ну бак это какой-то капец какой забагованный танчик. Вы просто видите, что происходит. Просто капец какой-то самый настоящий. Так, бам, нормально. Ну я сам себе урон наношу, вы понимаете? За каждый выстрел я почему-то наношу урон сам себе, будто бы мне он возвращается, непонятно почему. Вот поэтому, ребята, на баке очень быстро кончаются хпшки, потому что он, блин, сам себя дамажит почему-то. Вот, все, наконец-то я смог уничтожить, ребята, уже сейчас этого босса. Ну и погнали, ребята, к следующему боссу. У нас это начинается армада, ребята. Окей, давайте с ней сражаться, с этим босяром мощным. Так, ну-ка, сейчас его будем побеждать. Бам! О, капец, как босс улетел! Нормально, обожаю, ребята, эти полеты, которые умеет делать танчик бак против боссов. На тебе еще! Блин, не получилось запустить. Ну-ка, давай еще. Ну-ка, блин, не улетает, ребята. Не хочет почему-то улетать. Первый раз получилось, сейчас уже не так легко. А вот, отлетел, нормас, ребята. Ну, короче, издалека урона считайте, что вообще просто тупо нету. А сблизи ты, блин, почему-то велик шанс уничтожить сам себя, ребят. Почему так происходит, я не знаю. Так, ну-ка, бам! Есть, ребята, босс уничтожен. Начались, короче, ваншоты, которые раньше у нас всегда умел делать танчик бак. Но он может, к сожалению, почему-то ваншотнуть и самого себя. Почему, мы не знаем, пацаны, мы просто не знаем. Так, ладненько, босс легион. Он, в принципе, кстати, его издалека неплохо тоже атаковать. Конечно, хпшек сносится прям гораздо меньше, но в целом-то неплохо. Так, ну-ка попробуем его сейчас оттолкнуть. На! Минус пол хп. Блин, он еще в меня и попадает. Офигеть, ребят, у меня всего лишь 200 хп на баке. Что делать? Капец, блин, я даже не успел стрельнуть. Ё-моё, он меня уже уничтожил. 64 гема стоило мое воскрешение сейчас на этом танке. 64 гемаса. Это капец как много. Я, честно говоря, не знаю, что делать. Ладно, давайте берем очередной супер урон. Ну, посмотрим, какая у нас будет атака теперь. По идее, она должна стать еще больше. Блин, а этот легион, капец, он даже оттуда по мне стреляет. Офигеть, какой жесткий танчил, какой жесткий босс. Так, ладно, отойди, а то сейчас опять сам себя шотну. Блин, я реально сам себя почти шотнул. У меня 500 хп осталось. Да как так? Почему, ребята, почему танчик бак уничтожает сам себя? Блин, это вообще нечестно. Это капец как нечестно. Сейчас меня он уничтожит, блин, я не успею, пацаны.
Так, погодите, давайте берем аптечку. Аптечку взята, ну хоть что-то. Так, я его оттолкнул, блин, на меня упал его снаряд. Так, хорошо, что маленький урон. Все, давайте его просто отталкивать. Надоел мне этот босс. Я не знаю, ребят, как их побеждать. Если подходишь вблизи стрелять, то ты наносишь урон сам по себе. Если стреляешь издалека, то урона, считайте, вообще просто нету. Так, блин, нужен. Бам! В полете попал и сам себя уничтожил в очередной раз, ребята. Очередное уничтожение. Ну просто капец, ребята. Почему этот танчик уничтожает сам себя? Это, ну, это ненормально. Короче, разработчики, если вы видите это все, то, пожалуйста, пофиксите, чтобы баг не уничтожал себя своими же собственными выстрелами. Хочется, короче, пожить на нем, на этом танчике, чуть подольше, чтобы он что-то все-таки да смог у нас, ребята, с вами сделать и не умирал так быстро. Все-таки у этого танка реально быстро заканчивается ХП из-за этих приколов. Есть самонаводящиеся пули, ребят. Я хочу взять этот бустер. Мне очень интересно, что из этого получится, потому что самонаводка это офигеть! Это просто офигенчик, ребята. Бэм! Так, ну-ка, давайте пока что стреляю отсюда. И еще один урон. Замечательно. И еще, ребята, дамаг на сблизи. На тебе двойным пулей. И ну-ка, так. А если у меня самонаводящиеся пули, по идее, я могу даже вот отсюда попасть. Да, ребята, попадаю! Офигенно, просто стою, ребята, с другой стороны, точнее, стою под другим углом, и все равно пульки залетают точно в этого босса. Вот это круто получилось. Итак, босс гонец ада. Бам! Так, подождите, а у меня самонаводящиеся пули, и по идее, этого босса я должен очень легко и быстро победить. Ну, по идее, ребят, ну давайте пробуем. Ну, в целом, да, неплохо. Смотрите, одиночные пули, отлично, просто залетают, уничтожают этого босса. Прямо, и я вам скажу, ребята, офигенно. Получается реально очень офигенно. Начинается следующий у нас с вами босс. Это бомбардирчик. Так, в него я тоже, ребята, стреляю очень жестко. Так, подождите, уклоняемся от его атаки. Капец, он просто пускает на меня постоянно свои бомбочки. Так, ну-ка, надо как-то его, ребят, теперь подловить. Потому что вот с ним как раз-таки не все так легко. Вот с этим боссом посложнее, он любит уклоняться от моих атак, в него очень сложно попадать. Так, ну давай лети сюда, где он там? Где он пропал? В смысле, опять босс потерялся? Так, а вот он, все, наконец-то прилетел. И атакую, есть, все, отлично, хорошая атака, ребята. Нормально я так бака раскачал, только, конечно, я не хочу попадать под его атаку. Иначе его одна бомбочка мне просто пол жизни сразу может снести. Это уж точно, этот босс очень сильный, ребята, от него нужно постоянно, капец, как уворачиваться. Так, ну-ка, блин, пульки не попадают, они хоть и самонаводится, но не попадает по боссу почему-то. Им не хватает угла. Так, ладненько, давайте я его здесь подожду, что ли. Хотя бы вот тут вот подожду. И сейчас он приедет. Давай. И бомба! Есть! Все, ребята, босс уничтожен. Наконец-то у меня это вновь получилось. Так, отлично, двигаемся дальше, потому что дальше начинается мощнейший промежуточный босс у нас, это лазерная пасть. И вот его побеждать тоже очень достаточно, ребята, капец как сложно. Но смотрите, как он улетает, капец этот босс, вот именно этот летает лучше всех. Просто бам, и полетела лазерная пасть, вот это круто, вот это я понимаю, ребят. Просто танчик можно запустить, чтобы он летал в небе. Вот это класс, мне нравится. Просто бэмс. Еще и самонаводящиеся пули, они только еще лучше запускают этого босса. Офигеть. Как он далеко улетел. Я даже не вижу его. В смысле, а где босс, ребят, пацаны? Погодите, а где босяра? Я его так далеко запульнул. А вот он, наконец-то. Бам, еще дальше запульнул босса. Офигеть просто. Вот это, конечно, круто. Обожаю за это, ребята. Бака, теперь мне надо постоянно бегать за этим боссом и просто ловить его, потому что он от меня куда-то улетел. Так, ладно, давайте подойдем чуть поближе, что ли. Ну-ка, на тебе. Капец, как он улетает. Он очень жестко улетает, пацаны. Просто мне реально надо постоянно его догонять, чтобы хоть как-то попробовать победить. Так, ну-ка, давайте впритык стрелим. Бам! О, что? В смысле? Я опять сам себя уничтожил. Ребят, 256 гемов. Ну, придется воскреситься, но это мое последнее воскрешение. Ладно, давайте посмотрим, что у нас выйдет. Так, ну что, беру с вами тогда следующий какой-нибудь бустер. На какой бустер я вообще могу сейчас взять, честно говоря? Пуля, магнит? Нет, это нам не подходит. О, давайте супер перезарядку. Теперь у нас баг будет перезаряжаться чуть-чуть, но побыстрее. Так, ну-ка, сюда. А в смысле, почему у босса так много жизней до сих пор? Я что, ему вообще не нанес урона, когда впритык стрелял? Эй, это вообще нечестно сейчас было.
Так, ну что, давайте впритык на тебе. Блин, он опять меня успел уничтожить. 500 гемов стоит воскрешение. Нет, ребят, у меня просто нету уже этих гемов. Ну, короче, воскрешаться для меня точно уже не вариант. К сожалению, ребята, Бак собственными же своими выстрелами себе наносит дамаг и, по сути, себя уничтожает. Но было очень весело поиграть на этом танчике, тем более с бустером на большую пулю, тем более с самонаводящейся пулей. Он реально круто запускает всех боссов просто куда-то в небеса, особенно лазерную пасть. Ну и в целом его можно раскачать до очень большого урона. Но проблема в том, что урон наносится по собственному же, ребята, Баку. И это плохо, поэтому ждем, когда разработчики это пофиксят, и тогда на нем можно делать реально будет крутые всякие штуки и выживать гораздо дольше, чем я в этом видео. Ну а если тебе понравился этот ролик, посмотри мой предыдущий ролик, как я сражался на танчике батареи против всех боссов с большой пулей и делал мега огромное количество урона. 100 тысяч урона, пацаны. Ну а с вами был Артемен, всем до новых встреч, всем пока-пока.